Всем привет, комрады! С вами альтернативная гитарная школа iRockstar и я Дмитрий Лебедев. Давно я обещал вам разобрать песню Океана Эльзы о ведьмы. Что ж, карточный долг свят, поэтому сейчас я научу вас ее играть. Мое исполнение этой песни ты можешь посмотреть прямо здесь. Ну что ж, поехали! Скажу сразу, чтобы осилить эту песню, нужен определенный гитарный экспириенс. Нужно хорошо владеть техникой перебора, уметь брать баре и остальные сложные гитарные штуки. Поэтому я покажу эту песню уже для потрепанных временем гитаристов. Эта песня написана в тональности до минор. И для того, чтобы играть ее близко к оригиналу, я рекомендую поставить каподастр на третий лад. А если ты вдруг не знаешь, что такое каподастр и как им правильно пользоваться, посмотри мое видео, где я детально об этом рассказываю. Но ты можешь играть эту песню в банальном ля миноре, если у тебя вдруг нет каподастра. Проще говоря, все, что сейчас я покажу, ты можешь играть на первом ладу, и это будет всего на полтора тона ниже, чем в оригинале. И по глубоко укоренившейся традиции разделим эту песню на составные части. Вступление, куплет, припев, проигрыш, бридж. Итак, вступление. Начинаем с того, что ставим указательный палец на четвертый лад третьей струны, а безымянный палец на шестой лад второй струны. И играем правой рукой тря-тря два раза по четвертой, третьей и второй струнам. То есть тря-тря, затем играем один, два, три. Это были струны, то есть мы делаем раз, два, один, два, три, раз, два, один, два, три. Играем так два раза. Обрати внимание на ритм. Ты должен сыграть не ровно трам, трам, раз, два, три, трам, трам, раз, два, три. А, один, та-там, трям, трям-там, та-там. Так будет правильно. Далее мы просто подставляем средний палец на пятый лад третьей струны. И играем то же самое два раза. Соединим первый и второй фрагмент. Убрали пальчик. Подставили. Затем повторяем первый кусок. То есть два раза. Потом опять подставляем средний палец на пятый лад третьей струны. Играем один раз. И затем играем следующее. То есть из предыдущего аккорда оставляем средний палец на месте на пятом ладу третьей струны, безымянный ставим на шестой лад пятой струны, а мизинец на шестой лад второй струны. И играем 5, 3, 2, затем снова 5, 3, 2, это струны. Затем подставляем указательный палец на пятый лад пятой струны, играем 5-2, а мизинец на второй струне остается. Еще раз, вот мы закончили на предыдущей конструкции, оставляем средний, переставили пам-пам, играем 5-3-2, 5-3-2, 5-2. Сыграю все вступление медленно. Thank you.
переходим к куплету. Куплет состоит из двух частей. Первую часть мы начинаем с арпеджио аккорда CM или до минор, но мы назовем его AM. Для удобства, так как он имеет с ним одинаковую аппликатуру. Все остальные аккорды я тоже буду называть так, как если бы они игрались в первой позиции. Итак, ставим аккорд AM. Играем следующий перебор. Называю струны. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Все это ровными длительностями. Еще раз. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Этот перебор достаточно сложный, поэтому отрепетируй его перед тем, как идти дальше. После аккорда AM следует арпеджио аккорда EM или Mi минор. Начинаем с шестой струны. И играем 6, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. И еще раз. Дальше у нас следует такой хитрый аккорд Fmaj7. Но мы берем его не так, как мы привыкли, с четырех струн, а еще добавляем нотку F на шестой струне. То есть берем его таким образом. Указательный палец идет на шестую струну, четвертый лад, средний палец на вторую струну, четвертый лад, безымянный на третью струну, пятый лад, и мизинец на четвертую струну, шестой лад. Арпеджио у нас остается точно таким же, как и в предыдущем аккорде, то есть 6, 4, 3, 2, 4, 3, 4, 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Почему мы берем такой странный аккорд, спросишь ты? Все потому, что нам важно, чтобы первая струна оставалась открытой. Мне нравится, как звучит именно этот аккорд. Но чтобы его быстро ставить, тебе нужно посвятить тренировке некоторое время. Но если ты такой ленивый, тогда можешь взять обычный аккорд F, но тогда не прозвучит такая красивая и милая сердцу септима. После кракозябры Fmaj7 мы снова повторяем то же самое на аккорде EM. Так у нас заканчивается первая часть куплета. Вторая часть у нас начинается точно так же, как и первая, с аккорда AM. Затем EM. Дальше следует самый легкий в мире аккорд Fmaj7. Но дальше у нас следует изменение по сравнению с первой частью. Мы ставим аккорд E или Mi минор. Проводим два раза большим пальцем по басовым струнам. Трям, трям. Затем подставляем мизинец на пятый лад третьей струны. Делаем перебор 2, 3, 4. Тоже обрати внимание, что он неровный. Сыграли его один раз. Затем, оставаясь в том же аккорде, поднимаем средний палец и мизинец, таким образом превращая аккорд И в септаккорд И7. Играем мощно два раза большим пальцем по всем струнам. Трям, трям.
и заканчиваем перебором 1, 2, 3. Соединим все это вместе. Сыграю последние два такта. Сыграю весь куплет. Переходим к припеву. Припев тоже состоит из двух частей, и для удобства разделим его еще и на такты. Часть 1. Первый такт мы начинаем с аккорда AM. Ставим его и играем бас, пятую струну. Затем проводим большим пальцем по четырем струнам вниз, начиная с четвертой, трям. Затем делаем перебор, первая, вторая струна. Дальше я как бы зацикливаю этот ритмический рисунок, начиная со второго движения. То есть трам-пам-пам, трам-пам-пам. Таких циклов у нас получается 3, и в конце добавляем еще третью струну. Соединим. Еще раз. Для удобства я привожу внизу и табулатуру, и ноты. Обрати внимание на сложность ритмического рисунка. И заметь, что здесь я поменял музыкальный размер с 4 четвертей на 8 четвертей. Будь внимателен. Постарайся прочувствовать этот момент и сыграть его точно. Если у тебя это не получится, тогда разбери все детально по длительностям, по нотам, с учетом того, что четвертные ноты считаются как раз и, а восьмые раз. Удачи! Такт 2 мы играем точно таким же образом, но меняя бас. Для этого аккорд AM превращаем в C с G в басу, просто переставив безымянный палец на шестой лад шестой струны. И играем то же самое, что и в предыдущем такте. Дальше ставим мою любимую крокозябру Fmaj7 и играем то же самое с басом на шестой струне. Это будет такт 3. Затем в такте 4 у нас следует уже знакомый фрагмент из куплета. Играем его без изменений. Все вышеописанное мы повторяем дважды. И затем в четвертом такте за вторым повтором вместо мы играем просто трям на аккорде И7.
пивом покончено, переходим к проигрышу. Как ты видишь, этот проигрыш – это немного видоизмененное вступление. Начинаем мы его точно так же, то есть... Затем ставим ре мажор или аккорд ди и играем такой же ритмический рисунок, как и в припеве. То есть два раза большим пальцем трям. Трям, затем 1, 2, трям, 1, 2, трям, 1, 2, 3. Затем повторяем первые два такта. Затем снова ставим аккорд ди и играем трям, трям, 1, 2, 3. И играем то же самое, что и в конце вступления, то есть... Соединим весь проигрыш вместе. Дальше у нас следует куплет 2. В оригинале он немного видоизменен по сравнению с куплетом 1, но я играю его точно так же, как и первый, без изменений, чего и вам советую. После второго куплета следует припев 2, который точно такой же, как и первый. После припева следует бридж, который мы сейчас разберем. Начинается он все с того же аккорда AM, и здесь я использую такой бой. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. 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 Этот бой может быть непривычным для тебя, поэтому потренируй его на этом аккорде перед тем, как идти дальше. Так на аккорде AM мы играем один цикл. Затем переходим в аккорд E, ми мажор. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Тоже один цикл. Затем играем разновидность аккорда F, который называется F маж 7, эд диез 11. Это страшное название означает всего лишь, что не нужно прижимать баре на аккорде F, а просто разместить пальцы в его аппликатуре, но оставить открытой первую и вторую струну. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Тоже играем один цикл. Затем переходим в аккорд D suspended 2. И играем тоже один цикл. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Опять возвращаемся в аккорд E. Играем один цикл. И затем еще одну нотку, раз, которая тоже должна занимать по времени один цикл. То есть, если взять все это вместе, получается раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, четыре. Таких фрагментов в бридже 4. Заканчивается песня проигрышем, который в гитарном смысле такой же припев. И в самом конце еще идет третий припев. Что ж, вроде все разобрали, ничего не забыли. Надеюсь, тебе было несложно. Спасибо, что ты развиваешься вместе с нами, продолжай в том же духе. И, конечно же, подписывайся на наш канал для того, чтобы быть в курсе всех последних новостей, новых разборов песен и полезных гитарных советов.
А с тобой был Дмитрий Лебедев и альтернативная гитарная школа iRockstar.